Пока решил не углубляться больше, на 2 сантиметра углубился. И чтобы не делать лишнюю работу, вдруг эта трещина пойдет, лопнет все изделие, я решил сейчас просверлить и сделать ручку и посмотреть. Попробую, треснет или нет при выпиле. Вот после лобзика получилась такая конструкция, не треснула, но вот эти трещины меня настораживают. При глубине 35 можно делать спокойно 25 глубину, сейчас 20, еще 5 миллиметров убирать, даже там миллиметров 8 оставить толщины. Ну что ж, если пойдут трещины, сделаю на полку, можно сюда какой-то придумать красиво, оформить букетик какой-то. Но я думаю, что все получится, будет блюдо-кувшин. Завтра буду доделывать.